Привет, уважаемые зрители! Мы находимся у Хабаровского краевого суда. Сейчас вышли с апелляции по делу Ростислава. В общем, без изменений. С Ростиславом, Ростислава не доставили сюда в суд. Его мы не увидели. Единственное, что удалось созвониться и согласовать сбор средств. Давайте тогда объявим сбор средств. Он идет на счет Яна Александровна Мусалаева. Номер карты или что там? Сейчас диктовать? Давайте, да. У меня ее с собой нету. Номер телефона можно записать. Ну, вот название. Пускай звонят, я никого не боюсь. Давайте. 8-914-420-18-32. Да, с Ростиславом это согласовано, денежки будут передаваться его семье. Ну, вот такая история. Сейчас едем кое-какие вопросы решать. А, еще. Значит, пока Ростислав сидит в спецприемнике, ГАИ требует до 7 числа устранить неисправности с фургаломобиля, то есть перенести дверь на другую сторону, что Ростислав сам не может сделать, но ГАИ это не интересует. И угроза того, что машина будет утилизирована, очень высокая. В общем, вот так сегодня происходит этот беспредел. Да, ну про заседание могу еще сказать, что, конечно, не очень достоверно, как на мой взгляд, говорили полицейские, преподносили информацию, говорили, что он нарушал правила дорожного движения, ехал сразу по двум полосам, я был свидетель, ни одного правила дорожного движения он не нарушил. Сам ехал, либо ехал по правой полосе, либо по левой. Ну, в общем, вот так. Будем наблюдать за ситуацией. Спасибо вам, что вы с нами. Рус Ньюс в Хабаровске продолжает освещать события.